И к другим темам. Приготовить вкусное блюдо для школьников за 40 минут. В Краснодаре прошел финал кулинарного конкурса среди учебных заведений Кубани. На финишную прямую в этом году вышли 10 лучших команд. Среди них лишь одна из краевого центра. Это коллектив столовой 101 школы. А повара в 32-й краснодарской школы стали призерами прошлогодних соревнований. Поэтому конкурс проходил именно там. Мы планируем показать блюдо, которое тоже будет носить название «Успех». Потому что успех для каждого свой. Для нас успех то, что мы вышли в финал. Может быть, даже и неожиданность некая, потому что соперники были очень и очень достойные. Команды все со всех муниципалитетов были представлены достаточно сильные. По условиям конкурса из скромного набора продуктов повара должны были приготовить школьное блюдо. Оценивали кулинарные творения по нескольким критериям. Они должны были быть вкусными, полезными, в меру калорийными и красиво оформленными. Участники из Тимашевска пытались заработать баллы за счет скорости, а услабинские повара пышнее всех украсили свой стол. Члены жюри отметили высокий профессионализм всех команд. У нас в крае уделяется серьезное внимание организации питания, поэтому этот конкурс способствует и повышению качества организации питания, и правильному отношению наших ребят и родителей к полноценному горячему питанию. В номинации «Столовая сельской школы» лучшей стала команда из Ленинградского района. А среди городских поваров первое место досталось команде из 101 школы Краснодара. Это значит, что следующий кулинарный поединок пройдет снова в нашем городе.